А в эти минуты в Екатеринбурге начинается еще один фестиваль музыкальных фильмов. Знаменитый венский киномарафон откроет третий концерт Бетховена в исполнении австрийского пианиста Маркуса Шиммера. Он сыграет для горожан вживую под открытым небом. Остальных участников горожане увидят на огромном экране в 80 квадратов. Этот классический опен-эйр уже 5 лет считается одной из визитных карточек уральской столицы. Специально для него на площади Кирова соорудили целый амфитеатр на 1500 мест. А для тех, кто опоздал, в распоряжении газоны. Слушатели с них обещают не прогонять. Сценой станет 12-метровый экран с новейшей акустической системой. Трансляции будут идти каждый день с 8 вечера. Нынче программа фестиваля действительно на любой вкус, даже детский. Для самых маленьких «Алиса в стране чудес» и детская площадка с батутом и горками. Для ценителей постарше – «Женитьба Фигаро», «Орфей» и «Эвридика». И колоритная венская опера «Банг-баг». Впрочем, на фестивале нашлось место и для современной музыки. Нам с удовольствием предоставили фильм последний, скажем так, последние съемки Майкла Джексона, фильм «Вот и все», да, то, чем он хотел удивить нас на последнем концерте, но, к сожалению, этого не случилось. И да, с другой стороны, у нас появится французский шансон на площадке –